Егор, выключи свой телефон. Ба-ба-ба-бам. Так, добрый вечер всем, народ. Всем привет. Присоединяйтесь потихонечку, братцы. Давайте. О, ничего себе, народу побежало. Так. Ну что? Всем добрый вечер. Всем здравствуйте. Как дела? Привет, парни. Привет всем. Я сейчас в Белореченске, пока вы там подключаетесь, сегодня тут день города. Был на соревнованиях по воркауту. Вот. Посмотрел, классно пацана очень там снял. Зайдите в мой инстаграм, посмотрите, там уже под 100 тысяч просмотров. Парню 13 лет. Поразил меня, конечно, сегодня пацан. Вот, сейчас там концерт большой идет. После чая с вами пойду на концерт смотреть. Известные певцы приехали. Привет, Новосибирск. Привет, ребят, присоединяйтесь. Давайте, друзей подключайте. Пообщаемся. Привет, Саратов. Привет, привет, ребят. Привет. Друзья, можете начинать задавать свои вопросы, пока вы там их осмысляете. Значит, мне пришел вопрос из города Адлер. Женщина задает вопрос. Она переехала с севера, с Иркутска. Они переехали с семьей. И спрашивают, где найти бесплатную секцию для детей по плаванию. У них мальчик один, ребенок один, инвалид. Я, к сожалению, не могу вам ничего подсказать. Я когда буду в Сочи, я в Сочи буду на следующей неделе. Вы, пожалуйста, через директ со мной свяжитесь. И я постараюсь как-то, может, там через знакомых все-таки помочь. Вот, по крайней мере, ребенка инвалида мы точно пристроим, 100%. Хотя, конечно, надо что-то менять. Мне кажется, давно пора уже сделать так, чтобы у нас спорт для инвалидов был бесплатен. Потому что фигня какая-то там. Бассейны некоторые простраивают, а ребенку попасть невозможно. Ну что, ребят, давайте вопросики. Давайте, я буду с пенсне на вас смотреть. Присоединяйтесь про упражнение для коленей Силуяно. Но это приседание, ребят, это приседание в статодинамике. Приседайте, что такое статодинамика, почитайте Силуянова. Это сверхмедленное приседание при полном напряжении. Садиться надо, строго соблюдая технику. И самое главное, без всякого веса, сверхмедленно. Садитесь, сверхмедленно встаете. Потому что связки укрепляются только в статическом и статодинамическом режиме работы тела. Так что там все очень очевидно. Если вы правильно делаете упражнение, вы больше там 10-12 раз вы вряд ли его сделаете, ребят. Я делаю их, ну, раз-два в неделю, потому что реально потом очень перегружаются ноги. А так вот связочки я ими подлечил, конечно. Так, я не в Сочи, ребята. Я не в Сочи, поэтому как-то буду в Сочи на следующей неделе. У нас, кстати, в Сочи на следующей неделе будет бесплатный открытый семинар. Это 1 числа. Приглашаю вас всех. Это в парк Ривьера. В 6 часов вечера будет семинар по силовой подготовке для единоборцев. Приходите, буду очень рад всех видеть, ребят. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. На турнике и брусьях можно массу набрать? Ну, можно, конечно, даже нужно. По-моему, идеальные снаряды на самом деле. Сегодня, еще раз повторяю, был на соревнованиях по воркауту в Белореченске. Я сейчас из Белореченского с вами общаюсь. Тут день города, приехал в гости к друзьям. И был поражен, ребят, было участников где-то, не соврать, человек 70. Но ребята сложены так, причем ребята есть молодые, ну вот они худенькие, стройные такие абсолютно. А были ребята лет по 20. Вы мне мешаете, я вас сейчас буду бить палкой. Это двое моих друзей сидят и тут делят кружку чая. Вот, палки, кстати, нет. Если есть палка, кто-то можете мне подарить хорошую палку. Мне в Сочи, кстати, ребята, с которыми я занимаюсь тескава, подарили палку из кизила. Тяжеленная вообще, невозможно. Буду возить ее теперь с собой. Так, на Украине пока давно не ездил, потому что руки не доходят, очень много дел здесь. Чем чревато употребление фармакологии до 25 лет? Ну, чревато всевозможными негативными последствиями, потому что фармакология, если вы имеете в виду гормональные препараты типа анаболических и андрогенных стероидов, это гормональный препарат, там в названии это указано. Гормональный фон человека формируется в среднем до 25-29 лет, ребят. И если в этот период вы вмешиваетесь в свой гормональный фон лошадиными дозами непонятных вам препаратов, то ничем хорошим это не закончится. Для этого не надо быть врачом, чтобы это понимать. Вот, так что там еще, значит. Нужна площадка в поселке Черноморском. Знаете, нет, не знаю, где Черноморск, ребят. Пишите вот по площадкам, пишите к нам в директ.
пишите в директ, мы стараемся, мы каждое обращение перерабатываем, со всеми связываемся и стараемся максимально помочь. В каком возрасте наибольший прирост силы? Ребят, честно говоря, прирост силы наблюдал, вот сегодня общался с парнишкой, там, 17 лет по пауэрлифтингу дают невероятный прирост, и знаю людей, которые начинали заниматься после 40, и к 60 выходили на такие силовые показатели. То есть дело не в возрасте, а дело в системе тренировок. То есть необходимо просто очень грамотно подходить к тренировкам, ищите хорошего тренера. Юра Федореж, Юрец, зал в Белом Медведе закрыли, там, где Юра преподавал. Мы сейчас ищем новый зал. Я думаю, что в ближайшее время мы вместе с Юрой проведем перископовую встречу с вами, как только мы там залом ему решим ситуацию. Приходите, буду очень рад там. Ребят, так, Белореченск, ну как, Белореченск классно, сегодня целый день здесь, день города, пообщался с ребятами местными, которые поисковики, которые, они тут нашли самолет, нашли ребята самолет с тремя нашими летчиками, выяснили фамилии летчиков, оказалось, что ни на одном памятнике эти фамилии не отражены, сейчас их внесли в памятник, там надписи, фамилии, имена летчиков, я считаю, что отдали дань памяти, ну, крутые ребята, потом... Говорю, воркаутеры были, потом концерт посмотрели, потом была там тропа здоровья. А самое главное, что меня поразило, ребят, сегодня я в первый раз в жизни был на выставке машин, где смотрели звук. Звук, то есть как это называется? В общем, приезжали машины, низкие такие приоры, копейки там, Субару, заряженные да нельзя звуком, гремели так, но было очень круто. Я под жесточайшим положительным впечатлением. Так что очень мне нравится. Ребят, вы приглашаете друзей еще. Буду очень рад ответить на ваши. Мишаня Кокляев сушиться собирается. Мишаня Кокляев собирается сушиться, если память не изменяет, уже второй год. Но он там, Мишка, я в прошлом году у него была достаточно сложная операция на руке, не секрет, он об этом сам рассказывал. Так что я думаю, как ручка заживет, так подсушится. Че, парень-то волевой, почему бы и нет. Во сколько лет можно начинать активно набирать мышечную массу? Ребят, оптимальное время начала занятий, я думаю, лет с 13-15. Причем я вам прям, как старший неглупый товарищ, скажу, я бы лет до 17 к железу даже не прикасался. Достаточно турника, брусьев, то есть воркаута в чистом виде, а как базу формируйте. Хотя, если у вас есть предпосылки к занятиям там бодибилдингом или лифтом, и есть хороший тренер, то, в принципе, можете поэкспериментировать. Но вот с 13 лет, с 15 уже четко без турника жить нельзя. Еще ваши вопросы, друзья. Так, от Краснодара до поселка 45 км, да, понял. В Подольске, ребят, в Подольске сильнейшая школа бокса, вы чё? Я сейчас в Белореченске, ребят. Я сейчас в Белореченске. Что за партия? Вы про какую партию? От которой избираешь, что ли? Родина. Так, кто, Макгрегор или Диас? Ух, ребят, знаете, у меня самая основная сейчас проблема. У меня в доме, где тут квартиру сняли... квартиру, там не работает телевизор. Вот сейчас у меня основная тема, в 7 утра найти телек, потому что я болею за Макгрегора, честно вам скажу, что бы там про него ни говорили, он очень яркий, очень своеобразный борец, очень, крутой парень, и он показывает яркие, очень красивые бои в стойке именно, мне нравится, когда люди работают в стойке. Так что я болею за Макгрегора, давайте все в 7 утра будем болеть за Макгрегора, ребят. В Крым буду, ребят, в Крыму буду в это же следующее воскресенье. Я прилетаю, по-моему, в субботу. Я отдельно выйду в Перископ и скажу вам, когда я буду в Крыму. И посмотрите за Инстаграмом. Мы там открываем еще одну площадку. Я с моим товарищем Денисом Панасенко открываем площадку. Мы неделю назад открыли, сейчас открываем еще одну. Так что выходите на связь, и я вам четко скажу. Потому что Макгрегор, наверное. В Краснодаре я буду во вторник, ребят. В Краснодаре буду во вторник. Расскажите про... Да, ребят, дело не о партии. Хотите узнать о партии, почитайте там на сайте. Так, пацан 13-летний удивил, конечно. Эффективен ли протеин в наборе массы? Ну, вы знаете, молодой человек, почитайте немножечко там совершенно журнальчиков. Без протеина набора массы не будет, потому что протеин это основа строительства мышц. Протеин, это, если вы имеете в виду порошковый протеин, то без него смело можно обходиться при строительстве мышц, поверьте мне. Если вы не профессиональный спортсмен, можно на нормальных продуктах спокойно набирать. В Адлере буду
Ковров, родной город. Меня туда зовут в гости. Ребята, скоро, кстати, приеду к вам. Как сушиться эктоморфу, чтобы опять дрящом не стать? Питаться правильно, ребят. Питаться. Подрежьте углеводы и все. Питайтесь, докачайтесь. Вот. Подольск. Подольску тоже привет. А как же химия для набора массы? Ну, химия, наверное, хорошо. Если вам нужна химия, берите химию. Какие проблемы? В Нальчик тоже скоро собираюсь, ребят. Сколько протеина нужно принимать в граммах в день? Ребят, ну, рекомендуют на наборе массы, я когда к соревнованиям готовился, у меня было приблизительно 2-2,5 грамма на килограмм, но это очень много. То есть сидеть на таком количестве протеина на, ну, больше полугода я бы точно не рекомендовал. Достаточно грамма на килограмм, то есть сейчас примерно это при моем весе, у меня где-то 120-121 сейчас вполне хватает грамм на килограмм. Я занимаюсь боксом, как развить скорость рук. Ну, вы знаете, я что небольшой там, так я, боксом. Я мячиком пользуюсь, теннисным. Есть упражнения с мячиком, с теннисным. Ну, мне нравится, как-то мне помогает. И мячик на резиночке помогает. Турник каждый день практикуете? Нет, ребят, не каждый день. Турник 3-5 раз в неделю. Мне, честно говоря, очень нравится гравитрон, поэтому всем бы настоятельно рекомендовал гравитрон. Роскошный тренажер, и вот особенно для людей с большим весом, вот как у меня, позволяет подтягиваться то количество раз, которое нужно, потому что нужно за подход все-таки подтягиваться 10, 12, 15 раз, чтобы был эффект. С моим весом делать там 10 рабочих подходов тяжело, а вот на гравитроне прям то, что надо. Соточку набрал и прям целый день свободен. В Краснодаре, ребята, значит, в Краснодаре, друзья, будет утренняя практика, шантипрактика, бесплатная и открытая в среду в парке. Я точно, последите в Инстаграме, я вывешу объявление, приходите, буду очень рад вас видеть, очень рад вас видеть. Приезжайте обязательно, приезжайте. Так, что там у нас еще, братцы, давайте вопросы. Посоветуй хороший клуб или тренер в СПБ по тайскому боксу, где девочек берут. Ох, ну не знаю. Ну, в Питере, слушайте, столько школ, что там, я думаю, это не проблема. В Питер, ну, приеду, ребят, приеду когда-нибудь, сейчас времени просто нет. Голень качаете? Качаю голень, ребят. Голень качаю в основном на колесе. Колесо, вот тайская покрышка, упражнение на тайской покрышке прекрасно совершенно развивается. Вроде не жалуюсь на голень. Как наш бокс на Олимпиаде? Ну, я, к сожалению, четко не могу сказать, я мало смотрел, но, по-моему, там что-то люди говорят, что все очень недовольны. Порвал боковые связки на колени, могу заниматься дальше спортом, футболом, но я думаю, что только после восстановления, ребят. Потому что боковые связки, ну, вообще связки на колени, это такая нездоровская история, так что вы сначала восстановитесь. Сначала, что пить для суставов? Ребят, ну, для суставов хондроитин, глюкозамин, коллаген, что там? Понятно. Самое главное, смотрите, чтобы в этих препаратах не было обезболивающих, потому что если вы пьете с обезболивающим, садите желудок. Набор в тай, ребят, набора как такового не будет больше, все, я что-то это... Я просто пишу, когда я там нахожусь, в Таиланде. Приезжайте, все, присоединяйтесь. Тренировки бесплатные, доступны для всех. Я пишу, где я нахожусь. В лагерях сами там за себя оплачивайте тренировки. Те тренировки, которые я провожу, они бесплатные, доступны. Пожалуйста, буду очень рад видеть всех. В каком парке в Краснодаре? Ребят, выясняем сейчас. Я думаю, что уже завтра будет понятно. Спортивные добавки для борца. Ну, те же изолят аминокислоты. Изолят аминокислот. Значит, в Таиланде на Пхукете буду. Салам. Привет Грозному тоже, ребят. Спасибо. Как вылечить межпозвоночную грыжу? Ребят, ну очень длинная история, для этого там одного перископа не хватит общения. Комплексный подход должен быть, то есть это работа с гибкостью, прием специальных препаратов, закачивание спины, массажи, то есть это комплекс целый. Я вот сейчас вот так даже не возьму на себя смелость говорить, потому что это будет профанация. В Нижний пока не собираюсь, ребят. Что еще, давайте вопросы. Межпозвоночку нет, ни в коем случае не удалять, ребят. Операция – это труба спине. Категорически, если доктора, ну, если вы ходите, значит, ее можно восстановить. Ситуация, когда ноги отнялись, тогда да. А если вы пальчиками шевелите, значит, восстановиться можно самим. Грыжа качает спину, но только после снятия боли. Да, только после снятия боли. В ДНР нет, ребят, пока не собираюсь в ДНР. В Ростов-на-Дону собираюсь в октябре. О, я буду там снимать два фильма из цикла «Страна героев». Там есть два крутейших героя. Один мой товарищ, один там дедушка роскошный, 67-летний.
такой мастер карате, старый такой, живет, там в гараже тренируется. Его мало кто знает, хочу снять про него фильм. Так что, ребят, так что давайте еще, что там у нас, сколько нужно курсей, чтобы заработать от бесплодия? Ну, я думаю, что, ребят, вам уже даже не нужно с таким вопросом. Вы, по-моему, уже откурсили, вы что-то заработали. Так, спасибо. Каким карате лучше заниматься? Ну, ребят, ну тем, где хороший тренер. Ну, карате плохого нет. Ищите хорошего тренера. Годзюрю прекрасный стиль, Шотокан мне очень нравится, Олег Цой, к примеру, там, Кёкушинкай у Дмитрия Юрьевича Котвицкого или у Макса Дедика. Почему нет? В Сочи буду на следующей неделе. Николаевич, как поддержать ваше движение? Да просто ну, пишите в директ, свяжемся. Если будете чем-то полезны, буду очень благодарен. Еще не курсил и не надо. Не надо, уважаемый. Макгрегор победит. Макгрегор, только Макгрегор. За страну боксеров отдельное вам спасибо. Можно ли заниматься без БЦА? Они же есть. Можно и заниматься, но я как-то мне БЦА, я их очень хорошо чувствую, ребят. Очень хорошо чувствую. Сергей, слышал, вы ярый противник кроссфита. Ребят, ну ты слышал звон, не знаю откуда он. Я ярый противник того, чтобы брали неподготовленных людей и начинали их гнать там, делать рывок, толчок на больших весах. Я вот об этом говорил, просто слова вырывает из контекста. И еще, когда ведут речь о том, что кроссфит – спорт для всех, это, как вам сказать мягко, это неправда. Кроссфит – это спорт для профессионалов. Если у вас есть сильная базовая подготовка в легкой атлетике, к примеру, или там в тяжелой атлетике, то вот как известные наши спортсмены, то, конечно, у вас все будет хорошо. А если вы пришли с улицы и думаете, что вы сразу станете чемпионом, там, сильно сомневаюсь, ребят. Геннадия Капша, тренер разбил. Нет, не знаю. Не знаю. Капша, еще вопросы, ребят, пожалуйста, давайте. В Астрахань не собираюсь, ребят. Пока в Астрахань не собираюсь. Но, кстати, не был там ни разу. Давление перед утренней тренировкой контролируете? Да, обязательно. Ну, честно говоря, я вот проблемы с давлением забыл уже давно. Ну, я периодически там, ну, раз, не знаю, в неделю, раз в две недели могу просто проверить. У меня как у космонавта, 120 на 70, 120 на 80. Так что... Астана, привет, ребят. Ну, буду, наверное, в следующем году уже. Наверное, только в следующем году. В Москве, ребята, ну, в Москве буду уже в октябре после выборов. Так что на субботнюю практику приходите. Приходите, буду очень рад. Хабиб Нурмагомедов очень крутой спортсмен. У меня повезло, я пообщался с этим человеком. Я был недавно в Астане. Очень сильное впечатление произвел. Очень скромный, очень такой положительный парень. Очень целенаправленный. Я очень надеюсь, что он будет чемпионом UFC. Я прямо верю в это. Очень за него болею. Прям стал его фанатом. В Омск пока не планирую, но в планах, в общем, есть, потому что есть в планах снимать фильм про Сашу Шлеменко. И обязательно, я обязательно там буду. Динамометр пальцами сколько выжимаете? 90 с лишним. У меня много переломов. Про спорт могу забыть, но я не думаю, потому что я, к примеру, знаю, что там у Джеки Чана было 97 переломов, но он как-то там двигается. Так что давайте, ребят, давайте еще вопросы, пожалуйста. ММА мне 29, 3 года карате плюс бокс. Ну, прекрасное решение. Почему, если в базе у вас такие хорошие виды спорта, я думаю, что у вас все впереди. Так что давайте. Боксану тоже привет. Спасибо вам, ребят, спасибо, спасибо. Ну что, еще вопросики, ребят, потому что нам пора уже на концерт, на праздничный. Мы же в Белореченске, надо посетить, еще погулять с людьми, пообщаться. Ну, меня всегда поражают вопросы, там, зачем вы сделали татуировки, нахрена вы носите бороду? Да потому что мне нравится, ребят. И, честно говоря, мнение людей посторонних по этому поводу меня совершенно не колышет. Я живу себе так, как я хочу, одеваюсь, татуировки делаю, бороду отращу, волосы вот взял, была лысая голова, решил, чтобы волосы выросли, не взяли и выросли, понимаете? Захочу облысеть, снова облысею. И уверяю вас, что ваше мнение последнее, что меня будет интересовать в этом вопросе. Точно так же я никогда не спрашиваю людей. Спрашивать такую ерунду могут только люди крайне невоспитанные. Ходите в школу, дети, задающие такие вопросы. Не видел Мудрану и Гедуева, не видел бой. Мед Макс, что скажешь, лучший зал в Москве, ребят, один из лучших залов. Очень мне нравится, Макс гениальный тренер, просто гениальный тренер, так что прям выбор, если вы туда собираетесь, это один из лучших выборов.
Так, что, Сергей Николаевич, будут передачи о китайском чае. Вы знаете, ну я небольшой, я чай-то очень люблю, я прям фанат, пью только китайский чай. Ну не только тайваньский пью, сейчас хороший чай мне привезли с Тайваня. Можно сделать, вы знаете, что есть идея, а как вы к идее относитесь? Я могу пригласить реально очень крутого чайного мастера, к которому я хожу, это мой учитель. И можно сделать совместную историю в Перископе, позадавайте вопросы про чай, мы поотвечаем. Если вам эта идея интересна, ну дайте знать сейчас, поставьте мне какие-то лайки. Вот, у нас уже там мы с Михой Кокляевым договорились тут с вами вместе встретиться, так что, если по чаю действительно интересная история, дайте знать, просто пишите, ребят, я сделаю не вопрос. Боевые ботаники один из лучших каналов по боевым искусствам, он четко соответствует своему названию, очень интересная форма, мне он правда очень нравится, и как-то в самом начале я их достаточно сильно поддерживал, этих ребят. Но они сейчас самодостаточны. Хороший канал, реально хороший канал. Настроение у меня прекрасно, но всегда прекрасно. Чай, да, чай. Ну хорошо, слушайте, но если за чай. А ну давайте проголосуем, включимся. Кто за чай? Что значит за фраза «ты снимался»? Я, вы снимались, молодой человек. Сходите, ну, люди, где вы воспитываетесь? А? Кто вас воспитывает? Я не понимаю. Чай, так, поздравляю журналиста, не понял, так, завтра, вообще, завтра буду, не завтра, в понедельник я в Апшеронске. Хабиба видел в Астане, мы вместе летели оттуда, чай, все реально, все, ребят, тогда делаем чай. Пуэр пью по утрам только, ребят, куда лучше отдать дочку, в танцы, ребят, в танцы или на ушу, вот так вот. Вот, насчет чая к бледному, ну, бледного, кстати, можно и бледного позвать, да. Могу и бледного позвать. Бледный, кстати, по чаю тоже прибивается, так что можно было. А где вы служили ради? Родине служил, ребят. Зайдите там, все же написано везде. Действительно, Макгрегор так хорош. Но вы как думаете, человек так прекрасно работает? Макгрегор крут, ребят. Макгрегор очень крут. Так. Ребят, давайте еще. Ну, я думаю, что он не словит. Все будет хорошо, ребят. Так, ушу и танцы, сразу капуэра. Ну, почему бы и нет? Капуэра тоже очень красивый вид спорта. Кстати, на фестивале в Москве были ребята с капуэра. Там у них тренер Жан. Ну, парень, конечно, монстр. Тело проработано, бразилец. Я таких не видел просто. Что он с телом творит? Очень, очень интересно. Ребята, я как-то раньше снисходительно относился к капуэре, как танцы. Но физику они дают феноменальную. То есть, мне сейчас очень нравится. Так, почему не стоит курсить коротко? Ребят, ну потому что вы вряд ли найдете хорошего врача, скорее всего вам продадут много и всего сразу, расскажут, что это очень полезно, по итогу вы подзасадите там все, включая, ну, начиная с печени. Так что мой совет нет. Так. Рыжа позвоночника не беспокоит, но если заниматься боксом можно, я думаю, да, никаких проблем. В Краснодаре увидимся, ребят, в Краснодаре увидимся. По ушу был на соревнованиях, очень мне нравится, я болею за наших ребят. Кстати, вчера ребята подходили, я вчера был на боксе в Адлере, и там была сборная по ушу, ребята, мастера спорта, международники, такие они все прям спортивные, очень вкачанные даже, крепкие. Я даже не поверил, что это ушуисты, очень крепкие ребята, такие, ну, спортсмены прям международного уровня, ребят. Вот, дальше. Можно бегать каждый день. Ребят, ну, если вы бегаете каждый день, если вам это нравится, то почему нет? Ну почему нет? Наверное, может. Так, еще раз выступить. Почему, ребят? Кудо очень мне нравится. Кудо очень нравится. А в 42 начать, ну я говорю, что, ребят, можно начинать и в 42 и добиваться очень много, ребят. Так что вот так вот. Ну что, ребят, давайте отвечаю еще на два вопроса и побежали дальше. Охота посмотреть концерт праздничный. Сочи, привет. Так, через сколько после операции на аппендицит можно тренить с весами? Да, я думаю, через недели 3-4 уже совершенно спокойно. По Мэнс Физик, ну не знаю, ребят, подумаю, ну почему бы и нет, можно еще выступить разочек. Так, чай с айгандалёй, да, мне, кстати, ребята привозят, мне очень нравится. Ну все, по чаю тогда делаем, ребят, давайте, но по чаю мы сделаем в октябре, потому что мне надо добраться до Москвы, и там, соответственно, переговорить с мастером, договориться и сделать все хорошо. Так, приезжал Денис. Дениса знаю очень хорошо, дружим очень близко. Так что вот так вот. Ладно, друзья, всем привет. Всех был рад очень видеть сегодня. Спасибо за ваши вопросы.
Всем идиотам тоже привет, которые писали. Ну, я думаю, что, в принципе, всегда в каждом человеке есть немножечко потенциал для того, чтобы стать лучше. Я надеюсь, что как-то после этой моей фразы... Ребят, я к вам всем очень хорошо отношусь, даже к людям, которые настойчиво пытаются быть дебилами. Вот, вам это не идет. Становитесь нормальными людьми. Всем приятным, ребятам, доброго вечера. Скоро увидимся. Значит, краснодарцы, ребят, в Краснодаре увидимся в среду на практике. Апшеронцы, ребята, практика у вас в Апшеронске в понедельник будет в 6 вечера. Приходите, буду всех очень рад видеть. Все, удачи всем. Всем пока. Спасибо огромное. Давайте, удачи, парни. Пока.